Большегрузы – это быстро разбивающиеся дороги, загазованность атмосферы и, конечно, это пробки и аварийные ситуации. Крупногабаритный неповоротливый транспорт, зачастую еще и благоухающий выбросами, в час пик в центре города мало кого может порадовать. А вот затруднить и без того не слишком быстрое, агрессивное и нервное городское движение может запросто. Конечно, водители крупногабаритной техники тоже люди, им тоже нужно куда-то ехать, а кроме того попадать из пункта А в пункт Б. Проблема в том, что решить эту задачу можно разными путями, а вот выбирается чаще всего, конечно же, самый короткий путь через центр, то есть несмотря на и под запрещающие знаки. Рязанские госавтоинспекторы в очередной раз провели рейд под кодовым названием «Большегруз», во время которого и ловили нерадивых водителей грузовиков, по всей видимости, принципиально не замечающих запрещающие знаки. Нарушителей оказалось немало, образно говоря, зверь буквально бежал на ловцов. Оправдывались в основном тем, что других дорог не знают, а 500 рублей такова сумма штрафа, видимо, не те деньги, ради сохранения которых объездные пути можно узнать. А узнавать действительно пора. В самом ближайшем будущем контроль за большегрузами в нашем городе ужесточится. Уже с 1 декабря этого года схема движения грузового транспорта на территории столицы области будет изменена. Данные изменения, они в основном будут касаться дорожных знаков, они будут, так скажем, одни знаки демонтированы, установлены другие. То есть грузовики с разрешенной максимальной массой до 7,5 тонн могут под этот знак проезжать. 7,5 тонны выше проезд будет запрещен на основных центральных улицах города. Но он будет разрешен в период времени с 24 до 6 утра. То есть ночное время, когда они не будут создавать никаких помех для других участников дорожного движения. Более подробную информацию на официальном сайте администрации города любой грузоперевозчик может для себя посмотреть.